Здравствуйте, гости и зрители моего канала. Вас приветствует Татьяна. Сегодня чудесный день, и сегодня у меня выходной. Сейчас позавтракаю, конечно, своей любимой овсяной кашкой, попью кофеечек и приготовлю оладушки своим на завтрак. Оладьи я сегодня готовлю наши самые любимые, обычные на кефире, но сегодня они у меня будут с начинкой. Вы, наверное, заметили, что у меня давно не было видео. Ко мне приезжали дети, и я решила сделать себе выходные или каникулы. Поэтому целый месяц ничего не снимала. Правда, не только потому, что я сделала себе каникулы, а еще и потому, что у меня телефон сломался. Пришлось его ремонтировать. Но вот теперь все в порядке, и я начинаю снова снимать видео. А у меня тем временем испеклись вот такие вкусные оладушки. А сейчас покажу вам некоторые отрывки того, чем же мы все-таки занимались целый месяц. Ходили мы с внучкой вот в такую детскую игровую комнату, которая называется «Страна чудес». Ей там очень понравилось. Мы ходили туда несколько раз, и невозможно было ее оттуда утащить домой. Ей очень нравилось. Конечно же, заготовки, как же без них? Впереди зима, и нельзя пропустить ни одного дня. Поэтому я также занималась заготовками. Наделала перец в соусе, вот такая красота. Сделала различные заправки. Ну и, конечно же, мы очень много гуляли. Выкладываю только фотографии. Конечно же, была еще и уборка, и много разных других дел, о которых я расскажу вам более подробно в других видео. А сейчас я на этом видео заканчиваю. Спасибо, что заходите, спасибо, что смотрите. Всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока!